Друзья, всем привет! Уже, наверное, по традиции показываю вам весь свой процесс или приготовления еды, или в данном случае у меня идет приготовление к заморозке фруктов, ягод, не с самого начала, но уж простите, так получается. Итак, у меня тут малина, немножко подавилась, пока я ее везла домой, черная смородина, клубника. И уже замороженные у меня вишни. Я так думаю, что я все позамораживаю, а потом вам достану и покажу, что у меня получилось на зиму заморозка ягодок. Да, и замораживать я буду вот в такие зип-пакеты. В этом году у меня несколько заморозок вот в таких вот пакетиках. Очень удобно, кстати. Они принимают нужную форму. И по размеру можно выбрать. Здесь у меня большие на литр, по-моему, если не ошибаюсь. Есть еще маленькие пол-литровые, но я их уже использовала. Классная штука, всем советую, прям мега удобно. Друзья, что у меня получилось по заморозке? Я решила малину вот в такой вот формочке заморозить. У меня была пластмассовая такая коробочка. В таких 200-миллиграммовых стаканчиках я заморозила. У меня получилось 5 стаканчиков. Клубника перетерла с сахаром. Дальше я уже вторую не стала доставать. 2 вот таких вот упаковки вишни. Так, вот она у меня уже замерзла, но из-за того, что я ее хорошо просушила, видите, она у меня отдельно разделяется. Так. И то же самое у меня с черной смородиной. Вот она вся подмерзала. 2 таких пакета у меня получилось черной смородины. Я вот мое отделение морозильной камеры с ягодами, с заморозкой. Я больше ничего в этом году из ягод замораживать не буду, не собираюсь. Значит, у меня достаточно много клубники. Вот так вот купила, целенькими я замораживала несколько пакетов. У меня есть малина, у меня есть вишня, у меня всего достаточно. Черная смородина и так далее. Единственное, что я еще буду делать... Я хочу на зиму заморозить побольше мяска, купить, пока цены немножечко опустились, потому что потом они пойдут у нас наверх. Так, я не замораживаю никогда перец, я знаю, девочки замораживают на зиму там кабачки, баклажаны, что-нибудь такое, фаршированный перец, голубцы. Нет, я это не делаю, у нас, в общем-то, в семье эти блюда не сильно идут, а если нужно будет, я что-нибудь да приготовлю, ну, так сказать, свежее, не с заморозки. Рубрика «Начни готовить со мной» с середины продолжается. У меня сегодня завтрак. Вот такой вот необычный для меня. Давно такое не делала. Как вы видите, я вырезала серединку у хлебушка. Сейчас буду наполнять ее начиночкой. Разбила вовнутрь яичко, положила вкусненький сырочек и накрыла сверху тонким-тонким слайсиком колбаски. Капнула туда чуть-чуть водички, чтобы быстрее все пропарилось. Закрыла крышечку и жду. Угадайте, что это? Это помидорка. Такая вот помидорка с нашего огородика. Чуть у меня поразливался вытек желточек. Тут мои любимые помидорки. Мне приятного аппетита. Слушайте, хоть и выглядит не сильно там уж презентабельно, но мне кажется, что все равно как-то аппетитно. Что скажете? Друзья, это бесконечно вкусно. Это просто мега вкусно. Пробуйте такое сделать, кто любит вот такую вот макашечку делать, чтобы желточек был жизненьким. Вытекал. Класс.